чего надо тебе. Давай, крошка. Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life, it's my life. И сегодня у нас, наконец-то, в очередной раз начинается лето. Уже я смотрела, на следующие выходные вообще тепло будет, так что все. В общем, сегодня утром было 12 градусов, когда мы вели детей в школу. И я вам скажу, что это было 12 теплых градусов, не такие, как 16 были пару дней назад. То есть реально по ощущению было тепло. И сейчас вот мы идем в маечках, в кофточках тоненьких. Все красиво, все нарядно, все тепленько. Вот. Поэтому мы надеемся, что, в общем, какое-то лето к нам возвращается. А сейчас мы гонимся в Костку, чтобы сдать картридж, потому что студентам надо печатать. А у нас в принтере, принтер у нас струйный. Потому что если я еще раз приду распечатать студент Перес, я думаю, они не переживут этого. Взорвется мозг у них. Да. Вот, и в общем у нас черный картридж закончился. Поэтому, а он был новый, мы его пару раз перезаряжаем перед покупкой нового. В общем, идем в Костку сейчас, в фотоцентре сдадим этот картридж, что пока его будут заряжать, пойдем с вами в Sam's Club. Надо купить каких-то пару продуктов. Вот. Все. Мы переехали с Костки в Sam's Club. Картридж сдали. Нам надо часик гулять. Ну, идем делать наши обычные покупки. Нам надо взять апельсиновый сок. Апельсиновый сок подорожал на пару центов. По-моему, он стоил 5.06 или что? Не, мне кажется, что... Ну, в общем, наш регулярный апельсиновый сок с небольшой мякотью. Вот, там кто-то интересовался сроками. Вот его сроки. До апреля 17-го. Творожок? Угу. Сколько творожок? 4.19? 4.19. Посмотрим, что он из себя представляет дома. Так, молоко мы не берем? Не, молоко. А яйца? У нас с яйцами, берем. По-моему, как-то. А какие мы берем яйца? За 8. За 8? 5 доз. 8.72, 5 доз. Это 5... Не десятков, а... 5 по 12. 5 по 12. Дюжина? Короче, 60 яичек за $8. Так, что нам? Сосиски? О, кстати, мексиканский сыр. Мексиканская смесь. Мелкий и 11. Надо обратить, сколько он у нас в Костку стоит. А здесь его, да, 5 паундов. 5 паундов. Мне нравится, что он меленький. Иди сосисочки доставай, дай мне тачечку, я буду катать, а ты будешь доставать наши любимые сосиски, которые стоят 5.98, угу. И там будет 5 лб сосисок, да. А ты хотела вот с той стороны что-то брать, no. Мы будем брать что-то? Нет, ты в прошлый раз хотела что-то, по-моему, взять здесь, не помнишь? Йогурты. Так, значит, нам надо что? Салат и грибы идем брать? Вот можно здесь какую-нибудь смесь потом взять, попробовать. Так что, идем за грибочками? Чем мы сегодня будем угощаться? Hello. Red Baron Pizza. Pizza? Thank you. You're welcome. Сегодня у нас на попробе вот такая пицца. Такой тяжеленький кусочек. Зайка, иди возьми кусочек пиццы. Я не хочу. Так никто и не говорит, что ты хочешь. Сейчас мы вам расскажем, какая была пицца. А знаете, что самое хорошее, когда можно взять
Но попробую что-нибудь вкусненькое. То, что Маришка это никогда не ест. Да. И я никогда не вернусь голодный из магазина. Потому что ты съедаешь за все. Потому что я могу съесть два кусочка. Авокадо. Пойди посмотри. Виноград очень зеленый какой-то. В общем, очень зеленый виноград, стоит 5,98. И он такой зеленый, что он прямо не выглядит сладким. Смотрите, какая ежевика классная. 4,28. Она просто очень-очень крупная. Обалденная. Авокадо вон там мы потеряли вначале. Да, ну сходи возьми, а я пойду на дождь. Так, авокадо у нас сегодня... Вау, вообще цена приятная. 3,74 за 5 штук. Один авокадик получается 75 центов. Это очень хорошая цена. Надо брать. Такие хорошие крупные авокадики. В общем, две сеточки забираем. Авокадо у нас уходит где-то один в день. Ну, половинка, один когда как. Если большие, то половинка может получиться. Что у нас залетело? Огурчики? Да, помидоры заедем с мартика, потому что сейчас получается уже помидоры выгоднее с мартика. Огурцы сколько стоят? Давай я буду толкать. 3,20. Это не помнишь? 3,28? 3,28. Ну, короче, где-то, грубо говоря, чуть-чуть больше доллара один огурчик. Так, нам нужен обязательно сок ведь. Угу. А по мясу в этот раз ничего не берем? По мясу, да не знаю, может быть. У нас еще мясо хватает? Да, наверное, не будет. Сок. Пойдем выпечки посмотрим. Как-то в Костко я сказал, что в Америке проблема купить батоны, потому что батоны не очень распространены и бывают, ну, не во всех магазинах. Вот всегда батоны есть. Всегда батоны есть в Walmart. О, какой красивый. Смотрите, какой тортик красивый. Это же уже в эти выходные этот день. Такой тортик стоит. Вот я вам все покажу. Там и ингредиенты, и все дела, почитайте. В общем, 18,98 за... В общем, печенье большое. Да. 3,66 за паунд, короче. Вот такой вот праздничный. С шариками. Да. Вот, так кто-то мне в комментариях написал, что батоны везде есть, мы просто не там их искали. Ну, ну вот в Sam's Club есть, да. Да, но в Костке батонов точно не было. Здесь, да, вот в Sam's Club. Прикольно, за $1.82 две штучки, это получается даже дешевле, чем в Walmart. Вот такие вот батончики. Вот. И можно купить еще коротенькие. Коротких вообще целый набор, их там 6 штук. 6 штук за 5,98 небольших батончиков. О, ты питы нашла? Ага. Мы берем наши питы, которые берем обычно в Костке, они точно такие же. А та же фирма. А сколько стоит? Но я думаю, что они точно так же стоят. А, 3,48, да. Есть еще вот такие. Вот это, наверное, более такие на лавашки какие-то похожи. Ага. Покажи. Так вот. Оп. И это стоит 4,98, да? Угу. Еще мы брали вот такие, покупали. Вот такие вот блинчики. О, не той стороной. Тортилла рапс. Короче, вот сюда можно заворачивать все, что угодно, сосисочку, курочку. И делать такие свои, как их назвать? Тако свое делать, да. Вот. Ну что, идем за соком, да? Да, нам нужен сок. Вот такой вот яблочный сок газированный. В общем, ну,
простонародье и сидр. 4 бутылки за 8,98, за 9 долларов. Летом очень классно его пить охлажденным. А еще если со льдом. Для меня он оказался очень сильно сладкий, такой прям какой-то вязкий. Мне не понравился. Его лучше всего, мне кажется, со льдом, с большим количеством льда. Ну, на любителя. На любителя. Не знаю, я люблю все живое, но это мне. Так, я уже вижу сок. А вот, кстати, смотри, томатный сок. А какой это? Томата, коктейль, зуб. Смотри, 8,74. Ну так это отлично. Почему ты? Где ты видишь сельдерей, лимон? Не верь тому, что там нарисовано. Почему? Давай посмотрим, здесь, что здесь нарисовано. Так, вот что нарисовано. Ну это какой-то лаймчик нарисован, да, и сельдерей. Может, надо попробовать? Не хочешь? Он какой-то как прозрачный даже, да? Наверное, от томатного в нем мало. Ладно, не будем пробовать. Будем брать просто томатный. 6,48. Дело в том, что они какие-то... Что наш по цене тоже так. Да? Да, наверное, просто... Да, да. Так он давно уже так стоит. Это вот яблочный сок. Он как-то странно подорожал ни с того ни с сего. Ну что, мы сразу, наверное, 4 возьмем, да? В смысле, 2 по 2. Раз. Опа! Давай, я уберу. Есть. Так, мандаринки мы купили в спруте. А апельсинки будем брать, не будем? Нет. Почему? Мандарины нужно скушать, потому что будет опять... Ну, хорошо, съедим мандарины, купим апельсин. Куда идем дальше? Так у нас есть план или... Нет, плана уже нету, плана... Вот мы купили все, что надо? Я купила, да, но у нас же получается еще... У нас получается еще кусок пиццы? Ну, вот, должны... все думают, что ты голодный какой-то. От помоги оторваться. Будешь есть с бумагой? Пока. Нет, я не хочу есть с бумагой, я хочу есть пиццу. Ну, она очень вкусная. Ну, такой кетчуп островатый. Хорошая скидка на этот аппарат. 20 долларов. Стоил 99, стал стоить 79. Давай такую штучку. Да, купим, наверное. Надо попробовать. Но мы не уверены. Почему не уверены? Ну, я не уверен, что в ней получится такая картошка, как во фритюрнице. Так что, тогда, если нам ничего не надо покупать, пойдем посмотрим, что нас просили. И пойдем тогда на кассу. Пойдем посмотрим купальники. В общем, как мы вам показывали в Shopway, сейчас еще в Walmart, просто скидки, просто атомные на обувь. Сапоги по 10 долларов, по 8 долларов, там вплоть до того, что полуботиночки по 6 долларов. Вот, и мы сейчас пойдем посмотрим купальники. Зайка, покажи вот эти носочки, сколько они стоят, сколько там пар? 9,98, да. Ну вот беленькие, покажи, там сколько пар, просто озвучь. 10 пар, размер 6-12, но они коротенькие. Получается, одна пара 1 доллар. Но это не самый лучший вариант. Бывают гораздо дешевле. А в Walmart дешевле, особенно носки в Walmart хорошо покупать, когда начинается back to school. Ну, когда выставляются товары, то, что оно может понадобиться детям в школе, тогда и носки дешево стоят, и маечки дешево очень покупать. Черные показать? Их тоже здесь 10 пар, только они такие высокие, как у нас дочь любит тоже носить. Длинные. А, ну так он есть и белый, более высокий. Но не более высокие, а тоже такие высокие. А вон цветные. В общем, сейчас очень большая скидка идет на обувь, на зимнюю. И цены на купальники очень высокие. Поэтому купальники, конечно, надо покупать тоже осенью или зимой. Ну или если очень понравится, то прямо сегодня. Да. Ну так пошли, где купальники? Сейчас, я посмотрю, вот для деток. Какие штуки красивые. Вот для деток красивые штуки, вот для маленького Микки Мауса. 14,98. Да, и здесь получается две маечки и юбочка. Угу. Или для мальчика, щенячий патруль.
Ну, я считаю, что это дороговатый комплект. За 15 долларов три вещи это... Зато красиво. Не самая интересная цена. То есть, ну, вообще в Sam's Club и в Costco эти вещи иногда бывают немножко подороже стоят. То есть, можно в других магазинах, которые на одежде специализируются, найти более интересную цену. Такие трюки прикольные, да, подплатятся. Сколько? 9? 9. Ну, 10. Ну, тоже нарядно. А вот пижамки. 7.11. Одним комплектом две сразу пижамки. А сколько цена? 14? Ну, прикольно, вот это уже поинтереснее. Или один. 11, наверное. А, там более-меньше размер. Тоже две. Можно пошли купальники смотреть. Так а где купальники? Почему мы не смотрим? Шортики. Подожди, а ты купальник хочешь? Ты же хотела купить шортики. А я тебе покажу, и... что я хотела купить, и мы купим это. Ну, потом или сегодня. Вон. А смотри, это платьишко даже красиво. Угу. Все для маленьких леди. Ну давай, хвастайся купальниками. Вон я уже вижу шорты и какой-то блузон там, или как его назвать. Я вон внизу вижу, зайка, мне нравится, смотри. А, ну ты такой и смотрела, серенький. В общем, цена приблизительно, скажем так, 26.98. Грубо говоря, 27 плюс налог 30 долларов. Мне, наверное, вот такое что-то нравится. Только я хочу с таким вот, с таким это юбочка. С юбочкой выглядеть не хочу. Будет вот так сзади. Я не с юбочкой. И вот так спереди. Это юбочка? Это юбочка. Юбочка. А мне так, нужны шортики. Так, а вот эти вот, это же шортики. Или тебе цвет не нравится? Ну, мне цвет не нравится. А с шортиками, короче, это выглядит вот так. Вот так это. А это шортики юбочка, зайка? Смотри, как они здорово сделаны. Нет, а вот, вот просто шортики. Да. А вот просто шортиками, покажи, просто шортиками. Ну, это M размер, мне нужен S. Ну, мне нужен такой цвет. Ну, надо искать. А S какого цвета? Я вот вижу L-ки, M-ки, XL-и. А эски не вижу. Надо наедать фигуру на размер. Да. И сейчас по быстрому подновить. Такой я не хочу, где юточка. Может, нам надо на сайтике посмотреть? А я вчера ходила на сайт, на сайте мне ничего не понравилось. Таких нету? А нету почему-то. Странно. Ну что, пойдем порошки посмотрим. Порошки смотрели, да. У нас просили посмотреть вот бытовую химию, тоже. Домашние товары. Пойдем немножко посмотрим. Значит, сразу вот мы видим порошочек Тайт. Цена 21 доллар. 110 за грузик. Угу. Мы такой покупаем? Нет, мы немножко другой покупаем. У нас для цветного. Это у нас кондиционер. Цена 11.49, сегодня скидка 2 доллара. 197 загрузок, 197 раз его можно добавить. Он такой пахученький, у нас часто с ним стираются. А это что? Освежитель. Ну это что же для стирки? Да, да. 12.48. Но на скидке так, он 14 еще. Да.
Так, это мы видели. Так, есть еще вот такие вот для стиралок. Сегодня на скидке 22,48. Что здесь? 90 пачечек. 90 пачечек этих капсул. Так, идем сюда. А здесь, смотри, сегодня практически на все порошки. Все порошки на сейле сегодня. Прямо надо постирушки устраивать. Но мы стираемся обычно, как он называется этот? Тайдом. Мы в Костке обычно покупаем. Так, это тоже самое, 16,98. Здесь 11,98. Вот такой вот безлимитный какой-то. Это больше, чем галлон, по-моему. Что здесь написано? 1,5 галлона. 5,79 литра. Смотри, он такой тяжелый, блин. Смотри, они все больше галлона. И это больше галлона. 11,98. А, вот Тайд. Но мы немножко не таким стираемся, да? Немножко другой, да. А в Тайде галлон, наверное. Да нет, это тоже, мне кажется, больше. Чуть-чуть больше. Здесь 4 430 литра, а там 5, почти 6. Так, и стоит он 20,98. Ну, мы как-то начали Тайдом из Костка стираться, и, в общем, так и продолжаем. А этот спорт, он или быстро стирает, или спортсменов стирает. 11,98. Персил. Ну, Персил, наверное, все знают. Персил есть а в Беларуси. Вот покажем, что-то там завалено. Гейн? Yeah. А его расхватали. Тоже большой и здоровый. Вон, смотри, 5,91 литра, почти 6 литров. Такой вот ультраконцентрат. С добавлением ароматов. Ну, дело в том, что мы покупали, кроме Тайда, еще какой-то порошок. Ну, и тот нам не понравился, потому что, конечно, Тайд отстирывает очень хорошо. Вот. Что здесь еще? Вот какие-то капсулки эти. Гейн. Это Гейн. 22,48 за коробку. Скидка 2,50. Что здесь написано? 120 упаковочек. Так, а что вот это вот такое белое? Короче, что это такое, мы не знаем. Тоже какая-то капсулка бросает. 120 пачечек. А вот какой-то порошок 4 в 1. Опа! Вот что он из себя представляет. Цена 15,48. И вот что он из себя представляет. Мне интересно рассмотреть здесь. Такой вот порошочек. Так. А это вон Тайд порошок-порошок? Ну да. Санитайзер. Стиральный. Санитайзер для стирки. Такой вот. Обычно санитайзер это то, чем руки моют. Без отбеливателя. Какая-то интересная вещь. И вон Гейн тоже порошок. Смотри, порошок. Ага. Так, значит, короче, порошок можно купить почти 6 килограмм. 5 килограмм 850 грамм. Стоит 19,44. А Тайд порошок 180 загрузок 28,44. Он 7,2 килограмма, то этот намного больше. Ну и цена у него. На десятку. Цена у него тоже намного. Не на, цена намного больше, чем сам вес. Так, а что здесь у нас с другой стороны? Мыло, вот полмолив, жидкое для рук. Нет, зайка, это для тебя посуды. Для посуды? А, да, для посуды. Я просто смотрю, это самое мыло. Так я и воспринял его как мыло. Так, ладно, поехали. Что еще у нас есть? Вот такой большой порошок у нас есть. Пакетик порошка. Сколько в нем? 10 килограмм. 15,75. Блин, а пахнет здоровско. Пахнет здоровско. Или ведро вот такого. В нем 15,8. Почти
16 килограмм. Так. Еще кто-то просил посуду показать. Что у нас по времени? 12.46. Во сколько мы сдали там это? Посмотри, пожалуйста. 12.11. Ага, нормально. Так, ну вот наборы не каких-то супер ложек и вилок. Обычные стальные ложки-вилки. Получаются вот такие вот цены наборчики. За 36 предметов. О, блин, такой тяжеленький. А, подожди. А, цена сверху, да. Это уже то, что снизу. Угу. Так, ну короче, вот эти вот ложки. Ну зачем 36 ложек? 36 десертных ложек. Ну они совсем простые. Короче, 36 ложек это $7. И 36 вилок тоже $7, грубо говоря. Точно такие же чайные. Точно такие же ножи. Ну это, в общем, все одной компании. Ты покупаешь, и у тебя сразу на 36 персон. Полный народ. И вот ножички, смотрите, я вот так вот возьму. Столовые. И типа специальные для авокадо, для лимона лайма разбирать. Так, не понял. Вот этим обычно накладывают мороженое. А почему макароны нарисованы? Это чтобы дозировать макароны или как? Почему-то вот мы не понимаем. У нас такая ложка есть для мороженого. А почему макароны нарисованы? Оп, делает вот как мороженое. А при чем тут макароны? Пожалуйста, напишите в комментариях, кто знает, для чего вот этот прибор. Мы вообще знаем, что он для мороженого. Ну. Так он, смотри, вот видишь, как у него двигается эта штучка. Вот. Ну, тачка точно так же, как у нас. А почему макароны нарисованы? Может, мы что-то не знаем? Ну, вот три ножки для хозяйства. Ну, как-то они вот эти вот, что вилки-ложки, что вот эти, они какие-то очень простые. Мне они совсем не понравились. Ну, не то, что там переборливый какой-то. Такой набор $19 со стаканчиком. А вот смотри, какая доска. Блин, ну эта доска реально. Так, вот она стоит 8,77. Она офигенно толстая, она офигенно тяжелая. Может, нам надо такую купить, вот на раковину ложить, тебе удобно. Просто, мне кажется, она больше, чем наша. Просто мы периодически меняем доски. Ну вот мы сейчас снимем, а дома посмотрим, вот размеры стоят. Надо помериться. Мы периодически меняем доски и вот случайно увидели, благодаря тому, что вы просили показать себе доску интересную. Так, сковороды, цена сверху. Очень большие сковороды. Так. И какие-то внизу подносики и формы для выпечки. А пойдем посмотрим, может, где-нибудь увидим какую-то посуду, такую-то посуду. А где, я так понимаю, хотя всего вон там будет просто пластиковые посуды. Пластиковые уже даже там вилки были. Нет, вон тарелки, я вижу пластик. Так, ну это прибамбасы для кухни всякие. Тарелки я вон тоже вижу, бумажные, наверное. Нет, нет, вон там, смотри, стоят. Вон такие, стоят. Эти наборы, они как, угу, более такие... Одноразовые. Нет, они не из бумаги, а как из тоненького пластика, они такие очень приличные. Их, вот, угу. Если... Ну, в общем, чтобы фарфоровую посуду, это надо, наверное, пойти в Walmart. Yeah. Да, вот специальная палета пасхальной посуды. Так, цена будет 8,68 за 55 тарелок. А вот прямо... А, это просто салфетки. Просто салфетки. Нарисованы просто вилочки, ложечки. Так, ну вот есть пластиковые... Леш, я вот просто эти говорила, наборчики, они очень так достойно выглядят. Угу. Ну прям нету ощущения, когда ими пользуешься, ну, если на праздники, что совсем уж все. Ну что это совсем бумажное? Да. Потому что они не бумажные, они пластиковые. 60 вилок, ножей и ложек. Сделаем тоже металлический. Блин, я думал металл, елки-палки. Думаю, зачем такой набор? А это вот для пати специально. Ну, блин, ну это вообще реально классно смотрится. Мне кажется, лучше такие купить, чем вот, ну, просто. Не, ну эти будут дороже. Ну, блин, ну подожди, 180 вот таких вот за $8, это классно. Я смотрю такие стальные, думаю, блин, почему так
такой большой. Дешево по сравнению с теми, но вообще так классно смотрится. Прикольно. Век живи, век учись. Давай пройдем. Ну здесь, мне кажется, когда просили посуду, Сереж, не нету посуды. Так я понимаю, так нету другой здесь посуды. Пойдем посмотрим, там всякие еще есть прибамбасы для дома. Мне кажется, там интереснее, чем пластиковые. Ну, пошли в прибамбасы.